Продолжим выпуск. 2 года ограничения свободы получил начальник котлотурбинного цеха ТО «Экибастуз Теплоэнерго». На скамье подсудимых 41-летний мужчина оказался из-за трагического случая. 26 января на местной ТЭЦ погиб начальник смены. Причиной стал свищ в трубопроводе. Единственный обвиняемый в гибели рабочего до конца процесса так и не признал вину. Суд учел все обстоятельства и вынес приговор начальнику котлотурбинного цеха. Андрея Балдашевского приговорили к 2 годам ограничения свободы. Я думаю, что он виноват, потому что надо было проверять, что-то там писать. А он там ничего не писал, халатно относился к работе. И ему 2 года дали условно. Видите ли, у него семья, у него жена, у него дети. Я недовольна ходом расследования. Я надеялась, что судья даст меру наказания. Напомню, инцидент произошел 26 января. Около 22.00 на Экибастузской ТЭЦ случился хлопок. Было сильное парение. В итоге обнаружили Ержана Жаксыбаева. Мужчина получил сильный ожог и скончался на месте происшествия. Приговор суда в законную силу не вступил. Как стало известно, вдова намерена подавать апелляцию. Алия Алмухамбетова, телекомпания «Ирбис».